скорее всего, живую буду ставить. Потому что, как бы, ну, больше атмосфера Нового года, и, ну, у нее приятный запах, и, как бы, глаз больше радуется живой елке. Я даже не знаю, честно говоря, ну просто как бы мы привыкли к искусственную елку ставить, все. Живую, потому что мы живем в деревне, собственно, я с детства привыкла к живой елке. И для меня Новый год не Новый год без живой елки. Несмотря на то, что я учусь на биолога. Я ставить буду искусственную елку обязательно, чтобы не губить живые. Я вообще-то училась на отделении экологии, вот, и очень трепетно вообще отношусь к живой природе. Ну, не знаю, будет возможность, поставим вживую, потому что у нас ребенок маленький, это первый его осознанный Новый год будет. Да, будем ставить искусственную елку. Мы каждый год искусственную елку ставим. Ну, вот жалко, потому что рубить и живые елки у нас и так леса. Все уменьшается и уменьшается. Живую елку, потому что живая елка — это символ прошлого, то, что связывает то поколение, которое было, и нынешнее. Поскольку сейчас есть возможность ее приобрести легально, купить в совхозе, в лесном, то почему бы и нет? И детям радостно, и все-таки дома живая природа будет.